Всем привет, меня зовут Ким, и сегодня у нас на обзоре монитор. Что можно сказать о мониторе? Кроме того, что он изогнутый, тут много портов, есть интересные технологии для качества картинки. Короче говоря, об этом можно. Сегодня на обзоре MSI Optics Mac 27CQ. Поехали! 5 интересных фактов, самых интересных. Оптимальная изогнутость обещает полное погружение в игру. 2560 на 1440 пикселей, высокая четкость. 144 Гц, повышенная частота обновления экрана. 1 миллисекунда – это очень быстрое время отклика. А также 5-й пункт – подавление мерцания и снижение интенсивности синего цвета. Теперь подробнее, поехали. Достали монитор из коробки, он как бы геймерский, да, но на самом деле подойдет почти кому угодно. Строгая внешность, тонкие рамки, матовая панель и минимальный логотип вот здесь вот внизу. Сзади, конечно, больше геймерского, там интересный рельеф, узнаваемые красные полоски, бордовый джойстик управления, а также светодиодная подсветка красного цвета. Я же говорю, сзади больше геймерского. Монитор, кстати, матовый, сколько я его не трогал, он выглядит как новый, и его легко протереть, когда есть необходимость. Прошли времена, когда сборка монитора начиналась с инструкции и подготовки инструментов. Это ножка, все, что нужно, закрепить центральную панель и поставить ножку на основание. Потребуется одна крестовая отвертка, дело 5 минут. Монитор традиционно регулируется по высоте, а также по наклону. Нужна ли современному монитору изогнутость? Хороший, кстати, вопрос. Многие считают, что да, в MSI говорят, что она здесь оптимальная. Кривизна с показателем 1800R обещает, что у вас будет самое максимальное погружение в игру. А у нас тут, кстати, запущены сразу 4 штуки. Что еще по характеристикам? Разрешение, повторюсь, 2560 на 1440 пикселей, частота 144 Гц, время отклика матрицы всего 1 миллисекунда. Углы обзора составляют 178 градусов, плюс широкий цветовой охват. Монитор, как бы повторюсь, для геймеров, но если вы любите работать в Photoshop или просто набираете тексты, тоже да. В MSI говорят, что эта кривизна, вот эта вот, оптимальна и для обычных приложений. Для тех, кто играет или просто серфит в интернете, здесь подавление мерцания, технология антифликер, а также снижение интенсивности синего цвета, хотя рекомендуем все-таки раз в 30 минут просто вставать и размяться. Вернемся к играм. Почти безрамочный корпус, этот монитор хорош для мультимониторных конфигураций. Проще говоря, когда вы ставите рядом три обычных монитора, получается такая квадратная конструкция с тремя отделенными друг от друга картинками. А вот система из трех изогнутых мониторов MSI будет смотреться как единое целое. Игровой монитор должен быть быстр. Благодаря времени отклика в 1 миллисекунду MSI Optics подойдет для динамичных игр, шутеров от первого лица, файтингов, гоночных и спортивных симуляторов, а также стратегий в реальном времени. Все мониторы MSI Optics оптимизированы под все новейшие десктопы MSI Gaming. Например, да, вот этот красавец белый десктоп называется Trident B920 с 8-м поколением процессоров Intel Coffee Lake. Это уже готовый вариант для геймеров, здесь все необходимые разъемы, он компактный, а также мощный. На всех десктопах есть предустановленное приложение MSI Gaming Center, а у мониторов 7 режимов отображения картинки. Для оптимального изображения не только во время игр, но и во время просмотра видео, а также для работы с приложениями или, повторюсь, просто серфинга в интернете. Да, говоря о всех мониторах, помимо вот этого 27-дюймового, в линейке есть еще одна модель, тоже 27 дюймов, но разрешение 1920 на 1080, соответственно, она дешевле. А также младшая модель 24 дюйма, тоже Full HD. Во всех этих мониторах изогнутый экран, а также все фирменные технологии MSI. Самое интересное в трех предложениях: продуманный изогнутый экран, отличные характеристики не только для игр, но и простых ежедневных дел, а также технологии для защиты зрения. Это очень важно. Актуальная стоимость по ссылке в описании к видео, лайки, подписка на канал. MVideo. Нам не все равно.